Здравствуйте. Не понял. Ты сейчас за рулем? Дорогие подписчики, я уже в эфире. Да. Приблизилось к вам Царство Небесное. Где еще где Царство Небесное? Где? А вот оно здесь. Здесь оно, Царство Небесное. Интересные, да? Зелла. Эти прямые эфиры. Заходишь в прямой эфир и что-то говоришь. А кому надо? Мне надо, я и говорю. Да. Сейчас я его найду. Так что пишите вопросы, ставьте пальцы. Вот. Ставим пальцы. Один человек уже есть. Пишите вопросы. Сегодня будет необычный прямой эфир. Почудим. Мы любим чудить. Без чуда ж... Как там песня? Та-та-та-та. Не желаем жить, эх, по-другому не желаем жить, эх, по-другому. Вот без чудес невозможно жить, понимаешь? Там уже есть, ищи, перезагрузи страницу. Там уже есть, смотри. Люди заходят и уходят. Здравствуйте! Желаем всем воскресного дня. Вот уже воскресенье, 15 марта. Полмесяца марта прошло. У меня кошка гуляет с котами. Там штук 3-4 чужих кота. И нет у нее никакого греха. Вот так. У нее время пришло, а вот она гуляет. Дома даже домой не заходит. Там и ночует на улице. Коты ее облепили, пока она отдохнет, сидят рядом. Март месяц. Представляешь, март месяц и уже все хорошо у кого-то. Даже очень хорошо. А ну сейчас, подожди. Так. Чего я хочу сказать? Я хочу сказать... Почему 25 кадров в секунду, а 4 не 25? Почему? Налаштувание. Почему? Не работает, да? Ладно. Итак, песенка пока. Пока никого нету. Послушаем песенку. Для, знаете, люди мира сего, они бывают умнее сынов цвета. Поэтому вот песенка Ефимыча для всех религиозных и чертей, и разных мастей, и боящихся всяких привидений. Да, для всех боящихся привидений, как это говорит, жизни привидений. Там это, у Карлсона было. Сейчас будет рубрика «Из жизни привидений». Вот же все, кто боится привидений. И песня такая в спину. Попутный ветер в спину. Для всех, кто боится привидений. Слушаем. Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, Милка пасть разевая,
выгони, не раздевай я. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Па-па-ра-ба-бам! Вот эта песня, вот. Вот такие песни в церкви надо петь. Там 40 тысяч раз, отче наш. Хорошее исполнение. Молодец. Не выходи. Да, мне нравится этот человек. А вы сочиняете песни вообще? А, вы, ты сочиняешь ли песню? Кто сочиняет песни? Кто сочиняет песни? О, про речку. Песня про речку. Давайте послушаем. Песня про речку. Хорошо, что река велика, а сосед мал. Иначе бы он эту реку уже сломал. По трубам скачивал всякое гуано. Бетоном покрыл ее берега и дно. А так он просто строит очередной железный ящик, производящий гной. Как жаль, что речка наша невелика. Это может такая община быть. Для тех, кто привык разглядывать свысока. Да, такое собрание людей. Иначе давно бы уже резко о ней высказывались ЮНЕСКО, Гринпис, анонимные алкоголики, Мадонна, Бонна, шведские школьники, Хиллари Клинтон и нежные Пусси Райт. Со всех сторон фиксируя копирайт. Вредителю все аукнулось бы сто крат. А как же иначе? Ведь сила-то в правде, брат. Но они далеко, и мне кажется, что пора достать дробовик и сделать хоть что-нибудь. Что-нибудь сделайте! Но вовремя вспомнив, что со стороны добра нельзя стрелять, я другой выбираю путь. Ну, типа, терпи там, не нервничай, ты само. Туда, откуда пришло, уползет дерьмо. Конечно, такая позиция нелегка и действует очень медленно. А пока... А пока! Пока-пока! За нашу речку и еще за сто таких, как она, дай Господи силы ее сердечку и чудом бьющим еще со дна солнечным родникам и чистым пускам. Солнечным родникам, дай Бог здоровья. Хорошая песня. Вам нравится, да? Смотрим, что дальше. Кто-то что-то написал. Ничего. Велика, а сосед мал. Три человека. Оба-на. Иначе бы он эту реку уже сломал. Стоп. По трубам скачивал всякое гуано. Эй, это кто? Опять, что ли? Трам-пам-пам. Пошел по второму кругу. Ну, что там пишете? Вы пишете два человека. Глубоко.
Опять глубоко. Что глубоко? Глубоко. А много глубоко не плавает там. Да. Глубоко. Ребята, вас ждут великие дела. Вы рождены для чего-то. Хватит мелочиться. Лепить кирпичи. Совершите что-нибудь достойное Царство Небесное, чтобы оно пришло. А тут какие-то царства вирусов, коронавирусов, царство лжецов и проституток. Царство продажных шлюх и дешевых людей. Почему? Ну, почему так? Слушаем следующую песню. Сегодня вечерний звон. Будет в ушах звенеть. Точка зрения. О, давай посмотрим. Точка зрения. Интересный. Почему? О чем? О какой точке зрения? Опять Ефимыч. Сегодня в программе Ефимыч. Мне он нравится. Мне хороший голос, тембр играет на гитаре. Ефимыч в нашей, в моей студии. Я люблю его. Маша, привет. Что-то я не вижу тебя нигде. Нужен совет. Прокол аксиома. Точка посереди листочка, не знающая размера. Нора, вершина, химера. Центр координат. Начало всех ординат. А также и всех абсцисс. Где время и вверх, и низ. Бессмысленны, бесполезны. Что это все для бездны, которая заключена в эту точку без дна. Возможно, это кивок, шутка, фотка, плевок, что тоже, увы, бывает, пачкает, нарывает. Но я предпочел бы восток, музыку, вздох, цветок, и, может быть, риск на грани, как тень от Господней глади. Я бы от этой точки сперва совершал шажочки медленно, босиком, потом прыжок за прыжком, выстраивая живую собственную кривую, прокладывая свою новую колею. Но Маша не отвечает, видимо, не скучает в царственной трескотне. Питера ни по мне, ни по моим точкам, ни по моим листочкам. И ни по почкам. Ни одному заглядывать в эту тьму. О чем песня, сам не знаю. Кстати, давайте все заканчиваем. Кстати, о, начали купаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такое бывает. Смотрите. Смотрите сюда. У меня к вам предложение, деловое предложение. Группа. Два человека. Тут много вообще людей. А еще тут много людей. А что мы вместе делаем? Стоп. Опять что-то там играет. Секунду. Бам. Оно не мешает, пусть играет, да? Прям...
Вот. Я вообще занимаюсь видеосъемкой там. И вот к нам приезжают в Киев, в принципе, в Киев приезжает там этот Рома Иванько. Пойдем, включу Рому Иванько. Какую-то песенку я со своего канала возьму. Со своего канала. Мой канал. Что там последнее Рома Иванько у меня пел? Не знаю. Рома Иванько. Вот что интересно, что хочется хорошо снять. Но хорошо снять надо довольно-таки много потратиться. Это на левый берег съездить, камеры поставить, еще пару операторов с собой взять, чтобы записать красиво. Чтобы было шикарно. Давно я что-то не снимал. Да, Рома Иванько я давно не видел. Ну, сейчас найду, вот я интервью брал. Иванько с Новым годом. Это был... Ого, я уже больше года не видел. Лучшая песня. Ну, ладно, вот он. Рома Иванько, послушайте сначала. Новым годом и... Действительно, вот последние события в моей жизни ну, так увеличили и дали мне откровение того, что действительно не просто какие-то религиозные штампы, все новое. Я действительно вошел в новую жизнь. То есть у меня появилась новая семья, новая жена, ну то есть все новое. Поэтому мое сердце знает, что такое войти во все новое. И Новый год для меня, ну действительно... является таким пророческим праздником, когда с первого числа можно начать свою новую жизнь. И, конечно, это все бессмысленно, если ну, Бог не поможет и не даст нам пережить вот того, что Он сотворил уже все новое, и нам только надо ну, в это войти. Поэтому я желаю вообще в новом году всем действительно войти в эту новизну, которую Бог сотворил. И я верю, что это действительно ну, будет для всех нас полезно, интересно, действительно все будет как-то по-новому. Иногда больно входить в эту новизну, но если это приходит от Бога, то это всегда будет ну, круто. Поэтому пусть у всех будет вера, надежда и желание вот, входить в это все новое, что Бог приготовил. Ну, я думаю, что и с возрастом мы становимся мудрее, где-то там больше в сердце уже там семья. И, естественно, если это больше и ближе, то ну, сложнее с этим всегда расставаться. Ну, все-таки, то есть я стараюсь служить, я стараюсь выбираться куда-то и... Ну, не хочется какие-то там понты религиозные задвигать, но просто было время в моей жизни, когда я ну, выпал из этого на очень такое длинное время. И может быть, наверное, я думаю, что это к лучшему, потому что я понял, ну, допустим, что для меня служение. Потому что если, допустим, там апостол Павел говорит, что это там, сила там для того, чтобы двигаться, для кого-то это еще какие-то вещи, для кого-то средства там зарабатывания там денег, ну то есть для каждого из нас это разные вещи, но когда я выпал из служения, то есть и мне казалось, что мне надо какое-то особенное время, чтобы опять туда войти, получилось наоборот, что я остался без кислорода и ну, состояние становилось все хуже. И на вот этом контрасте я смог увидеть, что действительно является для меня служением. Это как было как вода для рыбы, как небеса для птицы. То есть я не просто это там прочитал в какой-то книге, а пережил на себе. Вот. И на этом контрасте один раз мы были с дочкой в Израиле, и нас все-таки там уговорили немножко попеть. И мы начали петь какие-то песни, начали, и потом это все перешло в поклонение Богу. И я пережил вот такое состояние, что мне как будто как рыбу пустили, ну, опять в воду. И с того времени я начал опять писать песни, начал поклоняться Богу, начал служить и людям в церквях. И
по чуть-чуть я жил. На сегодняшний день, я думаю, благодаря и служению Господу, благодаря людям, ну, то есть я сегодня являюсь таким живым, радостным и цветущим человеком. Поэтому для меня это четко определено, что это моя сила во Христе Иисусе, это то есть мое призвание, это то, что действительно дает мне жизнь. Ну и я верю, что и другим людям, которым я служу. Вот. По поводу приглашений, ну, не знаю, кто там что думает. Но иногда я езжу очень много, иногда я сижу как дурак дома, и то есть я не получаю никаких приглашений. Поэтому если у вас есть на сердце пригласить, стараюсь, конечно, никому не отказывать, и что там, что-то придумывать, что... Ну, есть места, что куда-то хочется поехать, есть места, что куда-то не хочется, вот, там, беря во внимание, ну, это отдельная тема, там куча есть факторов, начиная от приема и заканчивая там всеми другими вещами, но все-таки я такой добрый и хороший человек, поэтому я всегда стараюсь откликнуться, поехать, послужить. И... Вот такие пироги. Вот такие пироги, он, Рома, будет опять в Киеве. Вот, пока я прокручаю, сейчас одну песню его поставлю. Будет в Киеве. Хотелось бы записать его концерт. Хотите? А не то, что хотите. Я вас так бы... Вот клип его поставим, где в Киеве. А не, лучше вот это вот. Оно сейчас. Тут есть классная клипка. Короче... Чтобы вы участвовали финансово, как минимум. Можете сами прийти на это собрание. Я еще так думаю, пойду, наверное, пойду. Просто даже посижусь, даже ничего не снимать не буду. Ну, камеру с собой возьму, может, две. Вот. Может, не возьму, может, возьму. Короче, давайте участвуйте. Ваша часть будет в этой съемке. Фильм снимает, деньги тратят, ого-го. Спасибо за это. Христиане вообще не говорят. Да. Вот, что я заметил, спасибо я не слышал уж давно. Хотя бы спасибо. Да. Ну, как-то так. Смотрим, сейчас я посмотрю еще ваши вопросы. Кто там есть? Один человек. Ну, вы пессимисты. Да, ладно. Ладно, слушаем песни. Рома Иванько. Вот воскресенье в Киеве. Сейчас я найду его. Но сначала клип Рома Иванько. Небеса грязные, грязные поезда, горькие свитки промокли до нитки глаза, сломаны, сорваны голоса. Копья и выстрелы не до сна, забиты вокзалы, кричат терминалы, война. Там перестанет время и высохнут слезы, и навсегда умолкнут языки. Не будет больше плача, смерти и боли. Там незачем строить и куда-то идти. А пока я странник, не спросивший дела, рассеянные ветрами поющие о воле,
и шелест крылатый, вот только странные дела. Я перекати сердце, перекати поле. Вот он будет в Киеве, на левом берегу, там вести воскресенье в 6 часов. Так что давайте, подключайтесь, это, я думаю, будет интересно. И как-то постоянно быть спонсором, я устал. Постоянно быть спонсором, это очень-очень сложно. Это такие довольно... Видят. Как только начинаешь за что-то, сразу никого нету. Все потекали. Все побросали, все потекали. Где вы? Где вы? Где вы, братья, сестры? 19 тысяч. Вот. Эффективность пока. Правда, нет? Эффективность людей. 19 тысяч христиан. Их один-два прокаженных прогонят и одержимых, мне так кажется. Это 19 тысяч. Одна большая брехня вас потянет глубоко-глубоко в пропасть. Ребята, давайте быть уже соответствовать званию-призванию. Званию-призванию, на которое вы подписались. Вот, поэтому будьте тем, кем вы должны быть. Вот такое дело. Хорошая музыка. Мне нравится. Песни на «Без твоей любви». «Без твоей любви». Тай-най-на-на-на-най. Най-най-на-на-на-най. В ритме сердца того, кто есть жизнь, утонуть хочу, раствориться хочу, утонуть хочу, раствориться хочу, в тихом веянье и в шуме дождя, в объятиях того, кто любовью затеряться хочу. Ой, хочу затеряться хочу. Ой, хочу. А я к тебе иду, твоей милостью прощенной. А я к тебе стремлюсь, благодатью спасен. А я к тебе бегу, твои раны исцеленные. Я тобой захвачен в плен.
моем сердце сотни стрел твоей любви. Я тобой захвачен плен, в моем сердце сотни стрел твоей любви. Любви. Люби еще одну песенку. Вот, хорошая песня, где-то сняли в клипе, Живяком была группа такая, делали клипы, сейчас что-то слабовато. Это прямо живой звук на улицах Киева. Пам-барам-пам. Делать надо людям, помогать эти клипы собрать, накормить. Это денег стоит, ребята, скиньтесь. Балаболы. Я брошенный печь. Я раздавлен твоей чистотою. Твое слово не украсть и не сжечь. И твою боль я не спрячу, не смою. Твое имя капкан для меня. И твои сны, как дождливая осень. Душа блуждает среди белого дня. А любовь твоя любит, не спросит. Мое сердце так страстно искрится. Я раздал свое тело, разбил свое я. Днем не еса, ночью не спится. Нет, надо был так было влюбиться. Мое сердце так страстно искрится. Я раздал свое тело, разбил свое я. Нет, мне не еса, а ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться. Человек вот этот в синей майке, он уже в Польшу уехал. Тут невозможно жить на Украине. Не поддержу здесь ни музыкантов, ни служителей. Все, ой, классная песня, а что ты помог человеку, чем? Тело не может душа. Да ты не медлишь, но идешь не спеша. То молча глянешь на пустые сады. То сладко скажешь, я вижу плоды. Вот божьи руки. Я иду в плен, мне ничего не надо взамен. Тебя вкушая вижу, как же ты благ. Я все же счастлив, хоть босы и наг. Мое сердце так страстно искрится. Свое тело, свое я. Днем мне не еса, ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться. Мое сердце так страстно искрится. Я раздал свое тело. Влюбиться и напиться. Днем мне не еса, а ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться. Классная песня. Ну кто, будете участвовать в съемках? Помогите, просто человеку можете денег перечислить, найдите его контакты. Где-нибудь в интернете. Дайте ему денег. Он не работает. Он ездит, проповедует, поет песни, служит людям разным везде и всюду. Вот. Просто дайте ему $1 миллион. $1.5-2. $1000, $100. $10 и будет тоже хорошо. Вот как-то так. Но... Не те нынче. Как там песня такая? Не та нынче. Сейчас я найду эту песню. Потроллю вас. Не то нынче. Как оно? Не. Трофимов ветерок. По-моему, это с этой будет. Да. Послушаем. Послушаем.
Что-то нынче мне не впрок, веет свежий ветерок, пробирает аж до сердца. Так. Ни подруги, ни жилья, вот и ты, а вот и я. Да куда ж теперь мне деться? Это большинство, да, христиан живут, непонятно для чего. Ни жилья, вот и ты, а вот и я. Да куда ж теперь мне деться? Пригорюнилась душа, за душою ни гроша, а кругом добра палата. Соскучали кумовья, вот и ты, а вот и я, но к былому нет возврата. Но к былому нет возврата. Жизнь такая штука, брат, кто не прав, тот виноват. Классные слова. Судят строго. Из огня да в полымя, вот и ты, а вот и я, прожил день и слава Богу. Из огня да в полымя, вот и ты, а вот и я, прожил день и слава Богу. Ну да ладно, как-нибудь, вольный ветер в добрый путь, покаянных небо любит. Начинаю все с нуля, вот и ты, а вот и я, ну а дальше будь, что будет. Начинаю все с нуля, вот и ты, а вот и я, ну а дальше будь, что будет. Вон какая благодать, землю хочется обнять и прижаться к ней щекою. Здравствуй, матушка моя, вот и ты, а вот и я, дай мне грешному покоя. Здравствуй, матушка моя, вот и ты, а вот и я, дай мне грешному покоя. Что-то нынче мне не впрок, веет свежий ветерок, пробирает аж до сердца. Ни подруги, ни жилья, вот и ты, а вот и я, да куда ж теперь мне деться? Ни подруги, ни жилья, вот и ты, а вот и я, да куда ж теперь мне деться? Стройте дом на камне и будьте щедрыми, чтобы ваша жизнь закончилась безобразием таким. Безобразием таким, да. Никто не хочет умирать. Но всем придется. И деньги подбить, посчитать. Чего-то вы там никто не смотрите. Глубоко, а как же утро, как мы не в одном глазу? А мы не в одном глазу. Да. И что-то не в одном глазу. У меня вон за 4 глаза. Здесь очки. Что ты там пишешь? Это народ такой. Мне нравится мой. Тыц. Что там мне комментируете, интересно. Хоть какая-то отдача. Написал. А фон надкий такой. Зачем это? Г. Да. Поменяю фон сейчас. Давай сделаем. Поменяем фон. Хвон поменяем. А что там? А тут уже не поменяешь ничего. Почему? А мы удалим, правильно? Я это копирую.
Фон гадкий, да, не нравится. Сделаем красивый фон. А так. Все в онлайн-эфире. Вот все делается в онлайн-эфире. Тыц-тыц. Вот. Какой-то такой, такой фон. Пойдет. Тыц. По заказам телезрителей. Это было за жутро. Так жутро. Эй, народ, полчаса я тут торчу. Пойдем слушать песни дальше. Делаем песни, да? Песни, песни, песни. Пошли на YouTube. Давайте какую-то песню поставлю. Древняя песня про христиан. Вот мой канал. Смотрите, мой канал. Мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Проходите духовные процедуры, чтобы не заболеть. Вот вначале должны посмотреть вот эти духовные процедуры. А потом вот тут, чтобы для гимнастика, для... Песня, которую никогда не буду петь. Просто... Ну, потому что я уже отдал другому автору, ну, певцу. Растолстели христиане, ходят в модных пиджаках, улыбаются шикарно, носят перстни на руках. Из послания к Тимофею лезет в мысли резкий стих, но надежду я имею, это точно не про них. Очень часто наши братья проповедуют про крест, про любви святое объятие, и садятся в Мерседес, и потом их не догонишь, чтобы дружески обнять, потому и тяжело им скорби ближних разделять. Но еще я в это верю, Дух Святой им говорит, их душа за толстой дверью состраданием горит, и в душе они мечтают все имение раздать, никогда не осуждая, никого не обижать. А еще им снятся дали ширь неведомой земли, где Христа никто не знает, проповедуют они смело, как страдалец Стефан, видя в небе Божий трон, и мольба перед расстрелом обрывает этот сон. И мольба перед расстрелом обрывает этот сон. А еще на теплом пляже где-то там... А еще на теплом пляже про замерзшую Сибирь кто-то вдруг из них расскажет, сердце заболит про мир. И решают бросить жребий, кто же из них пойдет туда. Удивительно, монетка на ребро встает всегда. Удивительно, монетка на ребро встает всегда. Спел я песенку друзья вам, и на лицах вижу смех. Хорошо, что мы-то с вами лучше и святее всех. И про нас никто не скажет, даже не подумает никто, что мы как-то непонятно ходим, бродим за Христом, что мы как-то непонятно ходим, бродим за Христом. Такая песенка. Да, мне нравится то, что я делаю. Прикольно. Давно-давно записал. Сколько уже этой песни лет? Сколько этой песни лет уже? Ого-го-го. 178 тысяч просмотров у меня на канале. 9 лет назад. Это было 9 лет назад. Это мы отдыхали под, скажу, Евпатория. Не, не Евпатория. Это Алушта. Позе Алушты в лагере каком-то, в палатках жили. Я пригласил, наш семьей был, я с семьей. И мы там купались. Вечером вот он спел песни, вечер сделал. Еще куда-то он мотался. Ну, такое. На море, короче, в Крыму это было дело. Запись 9 лет назад. Как быстро время идет, эй! Иисус Христос за 3,5 года мир перевернул. До сих пор читают, не перечитают. За 3,5 года, что он совершил, умы ломают. Состояние некоторые заработали. Некоторые умерли. Вот, все происходит. А мы уже, я уже тут 9 лет...
А еще до того 9 лет, уже 20 лет. Я же должен уже такие чудеса творить, что Христос скажет, ну ты да. А 20 лет и одного мертвого не воскресил. Что за христианство? Скажи, что, кому надо такое христианство? Сколько вере? Год, два, три, 20, 30, 40. Сколько ты слепых уже, чтобы прозрело? Или мертвых воскресил? А? Что за христианство? Я сам себя прямо смеюсь. Да. Так. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, и один человек меня смотрит. Ладно, слушаем дальше песни. Кого-нибудь... Давайте это, что я записывал кого-нибудь такого. Интересного какой-нибудь человека. Да, хочется чего-то интересного. Все хотят чего-то хорошего. Все хотят чего-то интересного. А почему? Я тоже хочу. Что-то хорошего, что-то интересного. Пум-пум-пум-пум. Такого... А вот, хорошая песня. Там, вот, кстати, в этом зале будет Рома Иванько. В этом зале. Сейчас. Больше нету, да? Вот в этом зале. Сейчас я включу его. Вот Рома. Хорошо. Мы у Бога о многом просим опросить. Об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужое. В этом зале будет Рома Иванько. Давайте скиньтесь что-нибудь, поучаствуйте. Мне так скучно одному. Кому это надо вообще, христианство? О! Ни одной фотографии нет. Проездом был. У него жена где-то с Умани. Да, Умань вроде там. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, если знаете, Герасим, дружки. Это моя стемка. Не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. Милосердие границ не знает, в сердце жертв всегда готов. Недостаток не замечаешь, не свернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею. Они понаслышке знаю, и напрасно просить о многом, что по сути одну всем людям нужно. Любви, Божьей любви. Ну а Бог, Он поможет нам в нуждах. И напрасно иногда просить о многом, что по сути одно лишь нужно. Любви, друг к другу Божьей любви. Ну а Бог, Он поможет нам нужно. Thank you.
Вот это я. Ладно, будем закругляться. Гера, не Гера. И тарарара. Так, что там? Что там? Ютуб. Где мы там? Нина мне вопросы не пишут. Ты лучше сможешь. Гера. Да, Гера. Не могу я лучше смотивировать. Что я могу смотивировать? Все, я могу. Не могу. Тыц, тыц, тыц. Еще почитаю вот эти вот комментарии. Каин тоже молился. Тра-та-та. Здесь, что там такое? О, сколько понаписывали. Да ты шо? Начали думать. Чаще-нибудь музычку поставлю фоном. Фоновая музыка. Бегала мое сердце. Я пока почитаю. По дорогам оббивала закрытые двери, и пороги забивалась в углы и овраги, разбивалась там, где вовсе не ждала, но нашло безопасное место, то, которое вряд ли искала. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Спряталось мое сердце в темном чулане, задвигало окна и ставни в дырявом кармане, поднимало все разные флаги, разломало то, что сломано было, но нашло твои нежные те, которые вряд ли просила. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе.
Ой, аллилуйя. Отец, ты сильно включи внутри нас эту веру Божию. То, что ты действительно есть. То, что ты действительно на этом месте. Веру в то, что ты действительно живешь внутри каждого из нас, аллилуйя. И то, что твое царство, оно тоже внутри каждого человека на этом месте. Аллилуйя, аллилуйя. Мы верим, Боже, верим просто сильно, крепко в тебя, Господь, аллилуйя. И когда слово твое говорит, что без веры угодить Богу невозможно, это действительно без веры именно в тебя тебе невозможно угодить, аллилуйя. Аллилуйя. Мы благословляем Твое святое имя. Мы, Боже, ценим и, Боже, мы трепещем перед Твоим присутствием. Мы знаем, что Ты сейчас на этом месте. Для нас это самое главное, для нас это самое важное. Мы не хотим уже, Боже, никаких программ, не хотим никаких, Боже, формул, но мы хотим просто иметь живого Господа Божьего посреди наших служений, посреди наших церквей, Боже, в наших семьях. Аллилуйя. Это то, что действительно может изменить нас. Это то, что действительно может привлечь людей, Боже, в наши церкви. Поэтому мы так благодарны Тебе, что Ты живой. Ты живой, Ты истинный, Ты настоящий. Аллилуйя. Ты освободил меня от наркотиков. Боже, Ты дал мне новую жизнь. И слова Твои, это действительно суть, дух и жизнь, поэтому прямо сейчас говори в каждое сердце скажи свое слово, Боже, чтобы, если там что-то где-то как-то у кого-то, Боже, может быть, начало умирать, может быть, уснуло, мы просим Тебя, скажи свое слово, которое освежит, ободрит, укрепит, восстановит, аллилуйя. Чудесный Иисус, 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 чудесный Иисус. Чудесный Иисус. Да, интересно. Так что будет воскресенье. Чудесный Иисус. Сейчас мы пойдем. Еще одну песню на заключение хочу поставить. Кстати, подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Фейсбуке «Неканонические христиане». Да. Сейчас я поставлю. Ого, что-то зависло. Я немножко зависло. Белый экран. Пум, не белый экран. Так, что там? Ну все. Трам-пам-пам. Один, Толик, ты да я, да мы с тобой. Да. Ну, бывает. И поэтому заключительная песня для всех современных пасторов. Вот мой канал «Неканонические христиане». Заходите, подписывайтесь. И вот эта песня. Я их не снимал. Они уже где-то удалили ее. На Ютубе ее вроде нету. Но я как-то скачал. Как-то умудрился раньше скачать. Песня для пастора. Что ж ты, пастор, робишь-то? Смотрим. Давно мы вышли из глины. Руки, ноги, туловище, головы, стены. Сейчас ты кричишь, что мы не родня. Послушай, малыш, ты такой же, как я. С детства мажорный, я просто рабочий. Ты говоришь по-разному, для нас мир заточен. Но если не буду тобою, я понят. Нас в одной и той же земле похоронят. Хочешь, не хочешь, кричи, не кричи. Мы из одной стенки, где печи. Хочешь, не хочешь, кричи, не кричи. Мы из одной стенки, где печи.
быть главным, я не хочу рабом. Ты хочешь быть хорошим, я не хочу говном. Ты немного пастырь, я еле прихожанин. Ты Адольф Гитлер, я Иосиф Сталин. Ты кричишь «да», я кричу «нет». Пора выходить нам обоим на свет. Брызгаю чёрною кровью раздоры. Время сломать предрассудков заборы. Хочешь, ты хочешь, кричи, не кричи. Мы за твой стенки кирпичи. Хочешь, ты хочешь, кричи, не кричи. Мы за твой стенки кирпичи. Можно это будет склеить, не? Все? Да. Все. Простите. Не, ну давай третий куплет вспомню, снимай же шутку. Я не помню. Ну как там? Из одной лужи в конце. Да. Ты... немного сил. Я чуть-чуть. Ты немного сл... Я... Ты чуть-чуть понятный, я немного странный. Ты чуть... чуть понятный. Я не помню. Все, блин, ну все, запоролил. Да. Ладно, нормалек, нормалек. Вот и все. На этом эфир заканчиваю я. Ведите вы свои эфиры. Всем пока-пока. Ребята, будем отдыхать. Воскресным днем всех вас. Хорошего дня. Ой, так и не откликнулся. Слушай, а сколько ты говорил? Олухов на группе сидят, лежат. Олухов на группе сидит. Участников, смотрите, на группе участников. Реально, 19343. У вас толку, по сути, пока никакого. Может быть, будет, но... Двое, один прогонит тысячу, а двое 10, а тут 19 тысяч перепуганных в смерть. Что там, кроликов. Люлей надавал, кому хотел? Да, я тут заканчиваю, сейчас скажу тебе. Все, пока-пока, всем пока. Да. Как грохом об стенку. Да, вот скажу, вот. Вообще, народ вы. Да. Что сказать? Ничего хорошего. Нету у меня. Спите, предложите спать.